Магазин «Батискаф» Санкт-Петербург представляет вашему вниманию маска Скорпена L2 четырехстекольная. Страна-разработчик Россия, страна-производитель Тайвань. Данная маска, как уже понятно из названия, имеет 4 стекла. Это 2 фронтальных стекла и 2 боковых. Это хорошо тем, что у вас больше обзор. То есть боковое зрение также оно присутствует. Стекла закаленные. Это написано здесь, вот если видно, Temperate. Они установлены в пластмассовую раму, жестко. Силикон гипоаллергенный, очень мягкий. Пряжки прикреплены к пластмассовой раме, но при этом они подвижны. То есть на силиконовый такой соединитель, не знаю, видно, не видно. Но вот они хорошо, это очень хорошо, сломать сложнее. Ну, то есть это из практики пользования масками. Регулировка ремня очень удобная, классическая скорпеновская. Зажимаете два вот таких вот зажимчика и просто регулируйте, как вам нужно. Очень удобно. Подмасочное пространство у этой маски, оно большое. Подойдет, на мой взгляд, опять же, в основном только дайверам и людям, которые просто отдыхают для снорклинга. Да. Ну, конечно, те, кто не ныряют, подводные охотники, которые не ныряют глубоко, они тоже смогут спокойно ей пользоваться. Обзор большой, но единственное, что поддувать ее очень сложно на больших глубинах. То есть это не для глубокой охоты. Выполнено очень красиво, качественно. На мой взгляд, никаких таких дефектов или еще чего-то нет. Придраться к внешнему виду нет возможности. Поставляется она в вот в такой вот коробочке. Бокс пластмассовый. Это для того, чтобы при транспортировке вы ее не сломали. Итак, заходите к нам на сайт batiskaf.ru, либо приезжайте в наш магазин на Морскую набережную в Санкт-Петербурге. До свидания.